С самого утра на рынке в Ленинском районе ажиотаж. Аншлаг собрала социальная ярмарка местных фермеров из Волжского района. В продаже свежие овощи по оптовым ценам и даже ниже. Благодаря тому, что этим вопросом занялось министерство областное, мы как бы смогли это организовать. Потому что проблема в том, что производители и продавцы очень разрознены. Производителю некогда и невыгодно продавать самому. Люди этого ждали. Как только вчера мы эту информацию стали размещать в соцсетях, отклик был очень позитивный. Действительно, это взаимодействие очень эффективное и нужное не только самим жителям, но и тем, кто производит эту сельскохозяйственную продукцию. Это самый прямой путь доставки продуктов от производителя к потребителю без наценок, без накруток. Я думаю, что у этой торговли большое-большое будущее впереди. Администрация Ленинского внутригородского района планирует и дальше реализовывать такие успешные социальные проекты. В ведомство уже обращаются местные фермеры, а также специалисты ведут свой внутренний мониторинг, чтобы в будущем приятно удивлять самарцев. Я вообще рада, что у нас теперь ярмарка, а не первый день сегодня. Ну, смотрите, какая очередь. Цены вообще приемлемые. Свежий урожай морковки 15 рублей, свекла 15 рублей, картофель 18, свежий урожай, местный урожай. Я вообще восхищаюсь. Ну, по сравнению, конечно, с рыночными ценами и с вот этими супермаркетами, мы просто рады. Дай бог, чтобы так и дальше. Это нас как бы баловали хоть чуть-чуть пенсионеров. Ярмарка проработает еще 2 недели. Точку разместили со стороны улицы Агибалова. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.